Коллекции этого бренда всегда воплощали лучшие традиции Made in Italy, креативность, необычные техники, высокое качество. Ключевым элементом коллекции является трикотаж, всегда стильный, роскошный, безупречный. Дизайнер миланского бренда Le Capin, обязанного своим названием популярному французскому радиошоу, создает современные и стилистически цельные коллекции, активно используя плоды технического прогресса и необычные техники. Телеканал World Fashion предлагает вам оценить новую весенне-летнюю коллекцию бренда. За что ты любишь Le Capin? Я слежу за коллекциями Le Capin с самого начала существования бренда. Моя мама была большой любительницей моды. Я считаю, что героиню Le Capin отличает абсолютная элегантность и женственность. Привет, меня зовут Клиция. Целую зрителей телеканала World Fashion. Что особенного в Le Capin? Мне очень нравятся трикотажные изделия крупной вязки, как мой кардиган. Трикотаж, пайетки, особый подход дизайнера к работе с текстурами – вот за что я люблю Le Capin. Привет, меня зовут Карла Хинаджоса, вы смотрите телеканал World Fashion. Для показа Le Capin на неделе моды в Милане мы создали прически, вдохновленные образом Миллисент Роджерс, американской светской львицы, прославившейся как филантроп и коллекционер произведений искусства. Миллисент оказывала покровительство модным дизайнерам. Эта элегантная девушка с красивыми волнистыми волосами придерживалась принципов феминизма, была весьма свободолюбивой. Мы стремились отразить в образе двойственность Миллисент. С одной стороны, она леди, с другой — рокерша. Так что мы разделили волосы на средний пробор и прядям с одной стороны придали мягкую гладкую текстуру, а с другой уложили их волнами. Образ Миллисент приобрел современные черты. Сзади волосы собраны в пучок, но не тугой, а небрежный. Мы украсили прически лентами из красивых тканей. Каждой девушке завязали ленту по-своему. В общем, образ получился милым, но при этом рок-н-ролльным. Привет, это Питер Грей. Мы находимся за кулисами показа Le Capin. Желаю всем зрителям канала World Fashion отличного дня. Работая над новой коллекцией, я вдохновлялась образом путешественницы, попавшей в Мексику и очарованной ее атмосферой. Передать это настроение я решила через яркие цвета – фуксию и красный – в необычном обрамлении пастельных тонов, таких как цвет воды, розовый и натуральные тона, как в архитектуре Луи Барагана. По моей задумке, простота и лаконичность сменяются излишеством декора, преподносимым в скромной мягкой манере. Одежда выдержана в стиле фолк. Вы увидите ожерелье из камней в благородной ручной обработке. Таким образом, лейтмотив коллекции – женственность во всем ее многообразии, включая и эксцентричность. Будь то техасские сапоги, огромные сумки, банты – все очень непринужденно. Ультраженственность гармонично уживается со спортивностью. Источником вдохновения послужила элегантная оригиналка Миллисент Роджерс и ее непревзойденное умение сочетать спорт и шик. Палитра богатая, тут есть и красный, и фуксия. Мы свободно экспериментируем с сочетаниями разных оттенков, как архитекторы. Чувствуется влияние элегантной и предприимчивой Миллисент Роджерс. А поскольку трикотаж всегда играл в стиле бренда особую роль, вы увидите аккуратнейшую ручную обработку всех точек, новую интерпретацию тесьмы, трикотаж, напоминающий кружево, сшитое из тончайших, почти невидимых нитей. Это отличный выбор для тех, кто любит легкую одежду.
А кому-то непременно придутся по вкусу элегантные и спортивные многослойные наряды, также представленные в нашей новой коллекции. Я создаю образы для современной, модной, а главное, обычной женщины, для женщины в трикотаже, которую вы каждый день встречаете на улице. Силуэты струящиеся. Есть в коллекции и юбки длиной до икры, то есть миди, и мягкие, невероятно женственные юбки в пол. Брюки же наоборот, укороченные и прямые. Есть также комбинезоны. Эта модель является новинкой сезона. В нашем исполнении комбинезоны элегантны. Мы украшаем их вышивкой, рисунками в стиле тату. Я в восторге от дерзкого, яркого, роскошного наряда, в котором мне предстоит выйти на подиум. Образ дополняют несколько красивых ожерелий. А еще посмотрите, какой классный рюкзак! Макияж такой жизнерадостный, визажист использовал розовый, золотой, обильно покрыл ресницы тушью. Получилось весело. Я в восторге. Наряды яркие, красивые, женственные. Дизайнер воспевает образ сильной женщины, и мне это нравится. Привет, меня зовут Брук, вы смотрите телеканал World Fashion. Образ очень жизнерадостный, мне особенно нравятся украшения, очаровательные, по-моему. Обратите внимание, что оттенок лака идеально подходит к украшениям. В общем, я в восторге от наряда. Такой непринужденный, в длинной юбке удобно ходить, а комфорт – это всегда очень важно. Как видите, первый образ выполнен в белой гамме, а вот второй, тоже непринужденный, подходящий для любого случая. В таком наряде куда угодно, хоть в кафе, хоть на прогулку с друзьями. Он везде будет выглядеть уместно. Потрясающий наряд, он мне очень нравится. Прическа тоже великолепная. Мне часто завивают волосы, а сейчас вот не стали, и мне это нравится. Мне кажется, благодаря умелому макияжу глаз, взгляд получился страстным. С таким макияжем и улыбка будет уместна, и строгое выражение лица. Я в восторге от работы визажиста. В общем, мне очень нравится мой образ. Привет, меня зовут Ирина, и мы находимся за кулисами показа Le Capin в Милане. Вы смотрите телеканал World Fashion. С нетерпением жду начала шоу. Очень интересно узнать, как дизайнер предлагает нам одеваться в следующем сезоне. Надеюсь, на подиуме вновь будут представлены исключительно прекрасные образы. Мне нравится лаконичный, непринужденный стиль Le Capin. Дизайнер виртуозно работает с кроем. Жду начала шоу. За что вы любите Le Capin? За ироничный стиль. Дизайнеру особенно хорошо удаются свитеры. Может, я и не похожа на девушку, которая любит свитеры, но у Le Capin они прекрасные. Как и юбки, и куртки.
Люблю бренд за разнообразную палитру и неизменно жизнерадостное настроение. Кстати, сейчас на мне как раз наряд Le Copain. В коллекциях бренда всегда много классных образов, есть из чего выбрать. Так что я жду не дождусь начала показа. Спасибо, Old Fashion. Меня зовут Джастин Матера. Стиль Le Copain мне близок. Мне нравится, как дизайнер интерпретирует мои любимые приглушенные природные оттенки, создавая элегантные и женственные образы. Предыдущий показ Le Copain был великолепен. Уверена, что и новая коллекция меня впечатлит. Мне нравится, как дизайнер подходит к выбору цветов и материалов, как работает с текстурами. Платье Le Copain безупречны.